Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся с вами в наш соревновательный бум. А точнее, у нас сейчас стартует второй заезд класса юноши, которому опять предстоит преодолеть 15 минут плюс 2 круга в рамках первенства России 2016 года по кроссу на снегоходах. Итак, знакомим вас вновь с теми, кто будет сейчас стартовать. Стартовая позиция номер один — Михаил Колегов, Новый Уренгой. Вторая позиция — у Константина Санина, также из Уренгоя. На третьей позиции — Дмитрий Бабок, Новый Уренгой. Далее Рустам Такаев, Евгений Довбуш, Ренат Залалов. Ренат Залалов представляет Альметьевск, все остальные гонщики из Нового Уренгоя. Под номером 7 стартует Александр Моторин. Восьмая позиция — Максим Рылеев. Девятая — Булат Хункаев. И десятая — Сергей Викулин. Второй заезд у нас среди юношей. Первый, мы напомним, был очень красив, интересен, напряжен. Весь заезд была борьба между представителями клуба «Ямборг», Константином Саниным и Михаилом Колеговым. И будем надеяться, что во втором заезде продолжится эта борьба, к ней присоединятся и остальные спортсмены, и от этого только выиграют сами зрители, потому что очень-очень и очень интересно проходила гонка в первом заезде. И сейчас мы все с вами в ожидании. Ребята располагаются в стартовом створе. И буквально через минуту, другую, мы вновь увидим спортсменов на трассе в замечательной борьбе настоящих гонщиков, несмотря на юный возраст. А я напоминаю, что в классе юноши по регламенту выступают ребята от 14 до 18 лет. Несмотря на свой юный возраст, спортсмены очень уверенно проходят дистанцию и борются по-настоящему за каждый метр, используя любую возможность для обгона. Посмотрим, что нас будет сейчас ждать. Все гонщики выстроились на старте. Заводится техника. Зрители в нетерпении. Все они собрались вдоль стартовой прямой, чтобы понаблюдать за этим зрелищным моментом гонки. Так, все готово у нас для старта. Ждем команды судей. И второй заезд среди юношей стартует. Для тех, кто только-только подошел на наше соревнование или присоединился в интернет-трансляции, напоминаем, что это первый этап в Альметьевске. Второй этап пройдет у нас в Вологодской области. Ну а третий этап в начале апреля пройдет уже в Новом Уренгое, который определит обладателя звания чемпиона России и обладателя первенства. Итак, старт, поехали, ребята, смотрим вновь. Очень уверенно Дмитрий Бабок стартовал, он также действовал и в первом заезде. К сожалению, потом пара его ошибок оставила за ним только третью позицию. Посмотрим сейчас. Как расположатся у нас гонщики.
Первый круг идет у юношей. Внимательно следим, как будут развиваться события сейчас на трассе. Пока очень плотно идут гонщики. Столкновение произошло между двумя спортсменами. Судьи потом разберутся, кто виноват. Ну а здесь на второй позиции Константин Санин идет. На третью позицию с трудом, но все-таки вышел Михаил Колегов. И вновь у нас тройка лидеров выглядит таким образом, что Дмитрий Бабак на первой позиции, Константин Санин на второй и Михаил Колегов на третьей позиции. Примерно так же они располагались в начале старта первого заезда. Но затем, как я уже упоминал, ошибки Дмитрия позволили соперникам обойти его. Сейчас Бабак находится под атакой Константина Санина. Который очень решительно настроен на победу в этом заезде. Посмотрите, как активно он прессингует своего соперника, идущего перед ним. Пытается по внутреннему радиусу обойти, но Дмитрий пока его не пускает. Трасса сегодня очень непростая, все-таки где-то местами есть лед, где-то очень рыхлый снег. И вновь смотрите, какая ситуация сложилась у нас на трассе. Дмитрий Бабак был атакован Константином Саниным, и их столкновение привело к тому, что оба снегохода заглохли, а на первую позицию, причем с ощутимым отрывом, вышел Михаил Колегов, представитель клуба «Ямбург». И теперь для Миши очень важно пройти трассу без ошибок, потому что то преимущество, которое он получил в результате столкновения основных соперников, теперь позволяет ему спокойно чувствовать себя в плане прессинга. И, конечно же, остается ему только уверенно идти по трассе. Что ж, будем ожидать дальнейшего. Посмотрите, что воспользовался столкновением лидеров Евгений Довбуш и вышел на третью позицию, тем самым разделив Дмитрия Бабака и Константина Санина в их борьбе. Ну и один из представителей Альметьевска, Ренат Залалов, идет сейчас на пятой позиции, что в такой компании сильных гонщиков очень почетно. Будем надеяться, Залалову удастся удержать эту позицию, а еще лучше, если он сможет развить преимущество. Итак, внимательно смотрим. Продолжается у нас борьба. Коллегов очень серьезный задел имеет, почти 10 секунд от ближайшего преследователя Дмитрия Бабака. Далее на третьей позиции идет Евгений Довбуш, и тут же в спину ему дышит Константин Санин. Точнее, уже даже не дышит, а просто обошел уже своего соперника из команды «Факел», представитель клуба «Ямбург». И Санин вновь на третьей позиции и будет сейчас стараться догнать идущего перед ним в несколько секунд Дмитрия Бабака. Михаил Колегов остается лидером. Мы видим, что
уверенно идет он по трассе. И в принципе, не имея сейчас серьезного прессинга со стороны соперников, Михаилу довольно просто идти по трассе. Почти более 10 секунд Михаил имеет преимущество, и его соперники заняты сейчас борьбой между собой. Конечно же, уже больше заботится о сохранении своих текущих позиций. Вообще в середине пелотона, так скажем, очень серьезная и плотная борьба идет. Ребят разделяют буквально секунды, что, конечно же, очень усложняет задачу развития преимущества. Ну а Михаил пока уверенно лидирует на второй позиции. Санин вышел вперед, обошел он Дмитрия Бабыка. И сейчас наши текущие позиции выглядят таковы, лидирующие, по крайней мере, как и окончился первый заезд в этом классе. Удивительно выглядит позиция Рустама Такаева, который сейчас идет предпоследним, учитывая его высокую позицию в предыдущем заезде, да и в принципе, сам рейтинг такая довольно высок. Удивительно его положение сейчас. Долбыш пока на четвертой позиции, Завалов на пятой. Приятно посмотреть сейчас за нашим альметьевским гонщиком Ренатом Заваловым, который уверенно идет на пятой позиции. И в принципе, буквально 5 секунд отстает он только от Евгения Долбуша, а это перед ним открывает, значит, возможности для атаки соперника. Ну а лидер гонки Михаил Колегов продолжает наращивать свое преимущество. Уже почти 15 секунд у него отрыв от идущим вторым Константину Санина. Впрочем, Миша немножко скинул обороты, все-таки преимущество имеет, он старается аккуратно уже проходить трассу. А это позволило Константину сократить немножко отрыв, и уже 8,5 секунд всего лишь, уже даже, наверное, видит спину своего соперника Константин. И будем верить, что за оставшиеся чуть более 5 минут ему удастся еще более приблизиться к лидеру, и, соответственно, мы вновь будем лицезреть красивую борьбу двух спортсменов, которые в предыдущем заезде также очень активно сопротивлялись друг другу. Ну а победителем в той борьбе вышел Михаил Колегов, который сейчас лидирует. Заметьте, что гонщики, чем дольше находятся на трассе, тем
сложнее им уже поддерживать высокий темп. Все-таки постоянная нагрузка в столь юном возрасте, мышцы забиваются, и, соответственно, уже сложнее вести гонку активно. И здесь увеличивается риск ошибки. Будем верить, что на наших глазах мы сейчас увидим еще более интересную борьбу, потому что Константин Санин уже сократил отставание менее 5 секунд. Осталось между ним и Михаилом Колеговым. Костя явно не согласен с этим положением вещей, что Михаил может выиграть вторую гонку подряд. Поэтому Константин прибавляет и прибавляет, тем самым может подарить нам красивые мгновения финальных кругов. Как, впрочем, мы уже заметили, что все заезды сегодняшнего соревновательного дня очень зрелищные, очень интересные, везде есть борьба. На каждом участке трассы. И я думаю, все зрители, кто сегодня посетил экстрим-парк в Альметьевске, не остались разочарованными. Смотрите, совсем близко уже Константин Санин к лидеру нашей гонки. 3,5 секунды между ними остались. Тут же и Дмитрий Бабок, который старается поддержать высокий темп своих соперников. Ну а Михаилу уже стоит несколько напрячься, потому что все ближе и ближе его соперник. Вылетел один из гонщиков на трассы. Ну, вроде все хорошо, без каких-то серьезных последствий. Итак, последние два круга осталось у наших лидеров. И мы видим, что
Михаил Колегов пока сохраняет за собой лидирующую позицию. Константин Санин все-таки несколько сбавил обороты. Ну а Дмитрий Бабок вообще уже более полминуты проигрывает лидеру. Для него, наверное, сейчас более важно сохранить свою третью позицию. Евгений Долбуш опустился у нас на пятую позицию. А Ренат Завалов, к сожалению, сейчас идет на девятый. Долго он сохранял пятую позицию. Но, посмотрите, говорили мы про то, что Рустам Такаев занимает несвойственную себе позицию, и сейчас уже возвращает он нам наши слова, точнее, даже не то, чтобы возвращает, он их нам подтверждает, потому что он уже сейчас идет на четвертой позиции. Все-таки класс есть класс. И, несмотря на неудачный старт, Ренат продолжает гонку. А посмотрите, что-то произошло с техникой у Константина Санина. А это может внести серьезные коррективы вообще в итоговую расстановку второго заезда, потому что обходят уже Константина все его основные соперники. Понятно, что Михаила Колегова мы не берем в расчет. Он уже у нас лидер давно и очень крепко. А вот Дмитрий Бабак и Рустам Такаев обошли уже Константина Санина, и есть вообще вероятность того, что Константин может не закончить эту гонку, а это может серьезно повлиять на итоговый результат, потому что, напоминаем, три заезда будет в этом классе, и важно заканчивать каждую гонку. Итак, финиширует наш лидер Михаил Колегов. Поздравляем Мишу со вторым уже удачным заездом. Ну а Константин Санин, похоже, вынужден досрочно завершить выступление в этом заезде. Потому что техника подвела Костю, и не смог он закончить заезд. Видите, дорогие друзья, на своих экранах, что что-то серьезное с техникой у Константина. А все остальные гонщики у нас завершают соревнования, точнее, второй этап соревнований. И у них впереди еще третий заезд в классе юниоры, который определит призеров и победителей нашего этапа. Ну а на экране мы видим, победил в этом заезде Михаил Колега, вторую позицию занял Дмитрий Бабак, на третьей позиции Рустам Такаев, далее Евгений Долбуш, Александр Моторин, Максим Рылеев, Константин Санин. Седьмую позицию в итоге занял Сергей Викулин. На восьмой Ренат Залалов, на девятой Сарван Гадиров, на десятой позиции Руслан Аглямов, на одиннадцатой. Но в любом случае это предварительные у нас результаты, потому что судьи еще
могут внести свои коррективы. Ну и замыкает 12 гонщиков Булат Хункаев, который не закончил также заезд. Ну что ж, посмотрим, чем завершатся соревнования среди юниоров в третьем заезде. А сейчас у нас впереди второй заезд в классе взрослых в рамках чемпионата России. Вновь вашему вниманию предстанет соперничество сильнейших гонщиков страны. Напоминаем вам, что очень интересно развивалась гонка в первом заезде в этом классе.